рассмотрение данных вопросов является для нас актуальным и своевременным, так как они направлены на решение задач, поставленных главой государства в рамках 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ. Мы создадим государственную корпорацию правительства для граждан, которая станет единым провайдером государственных услуг по образцу Canada Service и Centrelink. Это по опыту Канады и Австралии. Казахстанские граждане будут получать все государственные услуги в одном месте. Также мы внедрим открытое правительство. Государство предоставит гражданам информацию о своей деятельности, за исключением отнесенных государственных данных, тайны и иной информации, охраняемой законодательством. Вместе с тем будет обеспечена онлайн-доступность статистических баз данных центральных государственных органов. Вся бюджетная и консолидированная финансовая отчетность, результаты внешнего финансового аудита, итоги оценки эффективности государственной политики, результаты общественной оценки качества государственного услуг, отчет об исполнении республиканских и местных бюджетов будут публиковаться. Тем самым мы намерены обеспечить прозрачность деятельности государственных органов, активное вовлечение граждан в процесс принятия решений в государственной политике и создание условий для развития бизнеса.